наши отношения стабильны, и это очень важно, особенно в финансовой сфере. Как вы знаете, бюджет ЦСКА составляет около 2 миллиардов рублей. В принципе, он за все эти годы практически не меняется. Все зависит только от курса валют. В зависимости от курса валют может он чуть-чуть меняться. Но мы четко отслеживаем эту ситуацию и видим, что наш вклад составляет не более 60% от общего бюджета компании и от общего бюджета клуба. Как вы понимаете, мы поддерживаем и очень строго следим за тем, чтобы нормы фейерплей соблюдались, нормы Евролиги. Поэтому у нас все стабильно. Это дает возможность команде быть уверенным в будущем, в перспективе и строить свои планы, не оглядываясь, так сказать, на свое финансовое положение, понимая, что там все нормально. Я должен сказать, что период межсезонья был сложный для команды ЦСКА. Вы сами сказали, что ушли 5 игроков и, в общем-то, такие звезды. С одной стороны, это как-то, может быть, тешит наше самолюбие, что наших игроков покупают, забирают, приглашают. Это так и есть, потому что мы чемпионы Евролиги, мы чемпионы Лиги ВТБ страны, поэтому так оно и должно было быть. Сложно. Но у нас есть высочайший уровень доверия между клубом и компанией. Мы полностью доверяем их политике, политике селекции игроков, подбора игроков и доверяем им. И мы уверены, что все, что сделал тренерский состав и все, что сделал административный состав, руководство клуба, под этим есть глубокий смысл, и все решения были выверены и были правильные. Главное, что мы видим и поддерживаем, это то, что у нас остался тот же тренер. И мы уверены, что преемственность обязательно сохранится. А то, что мы были чемпионы Евролиги, были чемпионы, так сказать, Лиги ВТБ, это ярчайшая очередная страница в истории клуба, но она перевернута, и нам надо двигаться вперед. Ну, если брать основное, я бы сказал, даже нестабильность. Нас действительно связывают долгие годы взаимодействия, сотрудничества, совместной работы. Мы гордимся тем, что команда и клуб ЦСКА являются составляющей, я бы сказал так, семьи, или сейчас можно говорить, экосистемы Норильского никеля. И мы полностью доверяем команде в выборе, в организации работы. Мы не вмешиваемся в текущую деятельность, но мы очень рады, что команда ЦСКА, клуб ЦСКА, как и Норильский никель, разделяет ценности честной борьбы, нацеленность на конечный результат, нацеленность на победу, ценности, корпоративные ценности Норильского никеля, надежность, профессионализм, ответственность, взаимодействие, они точно так же, так сказать, культивируются в команде ЦСКА, и нас это радует. Вы знаете, мы не просто декларируем, мы привержены ценностям устойчивого развития ООН. А вы знаете, там речь идет о производстве, экологии и о социальной ответственности компании. Мы себя считаем социально ответственной компанией, и мы поддерживаем спорт. Мы поддерживаем большой спорт, мы поддерживаем детско-юношеский спорт, профессиональный спорт, дворовой спорт. И в этом смысле я хочу сказать, что мы не только гордимся клубом ЦСКА, но еще хочу сказать, что это составная часть нашей социальной политики. Мы очень хотим, чтобы наши работники, молодое поколение и люди в нашей стране, они любили спорт, занимались спортом, были здоровы, и это тоже дает нам уверенность, что у нашей страны большое-большое будущее.